Подержи. Спецодежда Пробан всех размеров. Опять же таки тоже приехали, померили на складе то, что необходимо. Вот Рома сейчас одевает. Ром, какой размер? Я не помню. Это XL. Это XL. Рома у нас парень в теле, спортсмен, вот, поэтому ну XL идеально ложится. Она вот. Запасная. Смотрите, без проблем, не надо никаких пуговиц, молний, еще чего-то. Вы взяли. Фиксируется кнопочками вот здесь вот, очень удобно. На руке. Раз под себя, подогнали. Ренат, вопрос. Вопрос. Роба легкая. На самом деле это самая легкая роба. Честно сказать, вот цена как бы, да, не дешевая, да, но если сравнивать с российскими, китайскими аналогами, роба просто провисает на плечах. На самом деле, это такая вот проблема, она есть. Индийский спилка. Да, очень тяжелая. А исабовская роба великолепная в этом плане. Вот, аппарат потом. Да. Всегда в наличии. Потом в кейсе идет в таком профессиональном. Всегда удобно. Сложили все свое шматье, как говорится. Вот, кинули все это дело в кейс. И поехали, и пошли, и удобно, и не надо носить все это в руках отдельно. Положили в кейс и, соответственно, буквально. Вот сами посмотрите, прошло-то сколько, 3 минуты, наверное.